Карагандинском зоопарке родила обезьяна вида Мангабей. Эти животные были привезены из Объединенных Арабских Эмиратов через Армению в 2023 году. Пополнение обезьяньей семьи заинтересовало и нашу съемочную группу. Карагандинский зоопарк закупил обезьян Мангабей в Армении год назад. Накануне они обрадовали сотрудников зоопарка и весь город. У семейства родилась малышка. Отец – гордый Азиз, мать – красавица Заза. Помимо них в зоопарке живет еще умница Аза того же вида. Хохлатые мангабеи встречаются в сухих лесах Анголы и Конго. Заза – хохлатый мангабей и относится к семейству обезьянних. Это очень редкий вид обезьян. Не во всех зоопарках он есть. Хохлатый мангабей. Это очень такие активные, хулиганистые обезьянки. Они не были, видимо, стояли в Армении год на карантине. И они не видели, ну, человеческих глаз, да? Они не видели, чтобы за ними наблюдали. И когда к нам их привезли, посадили под это стекло, мы просто не могли разогнать толпы людей. Настолько они, все думают, посетители, что они изучают мангабеев. А я считаю, что наши обезьянки, вот эта наша семья, она нас изучала. По традиции зоопарка был объявлен конкурс на имя маленького млекопитающего. Из предложенных горожанами имен будет выбрано одно и присвоено мартышке. Мы будем проводить 4 октября. Это Международный день животных. У нас именно этому празднику будет посвящен концерт, будут интерактивные игры. Будут всевозможные рисунки на асфальте. Мы будем проводить конкурс на имя. Приглашаем всех маленьких карагандинцев и гостей нашего зоологического парка принять участие. Многие люди дают имена животным, основываясь на их характеристиках, внешнем виде или повадках. Поэтому вот вам немного интересной информации. У этого вида обезьян очень красивое тело с длинным хвостом. Они отличаются от других видов мангабеев черной коркой на макушке, нос темно-серый с боковыми лопастями. Большую часть времени эти обезьяны проводят на деревьях. Работники зоопарка с нетерпением ждут ваших идей, и, возможно, именно вами выбранное имя будет указано на табличке. Максим Трезуб, Зулхарнаес Махаев, Николай Шевелев, 5 канал.